поводу внезапной атаки с опущенных рук. Вот часто такая вещь бывает, что человек начинает двигаться приставным шагом, то есть в челноке. Вот, вот такой вариант, посмотрите. Вот я стою, руки у меня опущены, расслаблены. И внезапно я делаю атаку. Александр сейчас будет делать, на мой взгляд, неправильное движение, специально. Вот смотрите, что из этого получается. Я сейчас бью специально мимо него, или посмотрите, вот я медленно делаю. Александр просто делает защиту, он делает сайдстеп, ой, не сайдстеп, делает шаг назад. Вот я набегаю, начинаю его бить. Он делает защиту. И мы входим в клинч, например, да, там? Что? То есть это последующее развитие может быть такое, да? Снова я побежал, снова мы там как-нибудь вошли в клинч. Вот сейчас Александр сделает быстро сайдстеп. То есть назад, не сайдстеп. Сайдстеп это движение бок. А назад, да. А я сейчас просто побегу. Все, внимание. Видите, не успевает он. Соответственно, вот при таких внезапных атаках, если вы только не хотите бороться, естественно, лучше всего делать елочку. И вот враг у нас елочке уделяется очень большое внимание. Вот, Александр, сейчас попробуй медленно сделать елочку, да? Я пошел, и вот Александр сразу меня встречает, видите, на елочке. Вот еще раз, да, я внезапно пошел, видите? То есть он начал движение с передней ноги, то есть та, которая у него впереди была, сразу от шага сделал. И встречать меня можно еще? То есть я стою, вот мне как-то уже даже не хочется в него бежать. То же самое, если вы боитесь, не знаю, там противник очень высокий, или не знаю, что там испугает, сейчас Александр на меня побежит, можно использовать, сразу использовать веретено. Александр, готов? Нет, блин, сразу пошел, я отойду, не будет. То есть я перекрываюсь, просто я бегу назад. Вот можно мне этого? То есть опять же, нет, вставай меня. Вот первое движение у меня, видите, я пошел назад, я перекрываю. Отсюда я уже пошел, если надо наносить удары. То есть, пока я иду, я прихожу в себя, собираюсь с мыслями там доли секунды и начинаю бить навстречу. Ладно, вот еще раз, да? Вот избежать первого удара. А здесь уже все, сайдстеп, ноги можно включать. Вот часто такая ошибка, что вот нет, сейчас Александр, что полный рост было, да? То есть руки опусти. То есть мы стоим, вот он пошел, вот я сделал первое движение, видите, неправильно. Еще раз. Вот, все, я здесь получил. Сейчас я делаю первое движение правильно. Вот я пошел, видите? Все, я иду. И тут же встречаю его. Все, я пошел. По крайней мере, я разорвал дистанцию и получил. Ну или если я не борец и не хочу лезть в борьбу, опять же, меня это спасает. Вот в двух словах о внезапной атаке такой, которая иногда бывает. Спасибо.